Доброе утро! Пока на дворе лето, нужно готовить побольше всего из овощей. Но как быть любителем мяса? Предлагаю совместить приятное с полезным и приготовить сочные кабачковые пеньки с фаршем. Для этого нам понадобится молодой кабачок, куриный фарш, репчатый лук, морковь, томатная паста, сметана и соль. Вымытый молодой кабачок нарезаем толстыми цилиндрами по 5-6 сантиметров. Из каждой части ложкой вырезаем мякоть, но не прорезаем до самого дна. Получаются вот такие стаканчики. Их и будем начинять. Мякоть кабачка измельчаем ножом. Лук очищаем и нарезаем кубиками. Морковь натираем на терке. Обжариваем лук на растительном масле 3 минуты до прозрачности. Добавляем морковь и обжариваем еще столько же. Добавляем фарш и жарим примерно 10 минут, пока мясо не поменяет цвет. К фаршу добавляем мякоть кабачков. Туда же отправляем томатную пасту и пару столовых ложек сметаны. Добавляем соль и перец по вкусу. Еще пару минут и начинка готова. Кабачковые стаканчики ставим в форму для запекания. Начиняем каждый фаршем с небольшой горкой. Смазываем сверху оставшейся сметаной и ставим на 30-40 минут в разогретую до 180 градусов духовку. Получилось очень сытное и питательное блюдо. Восхитительное сочетание нежной мякоти кабачка с сочной мясной начинкой. Удачного дня и всегда хорошего аппетита!